Телеканал КРТ представляє. Вот, кстати, у меня барная стойка, значит, я дышу чернобыльской этой гарью, я сижу в пижаме, ну, как бы у меня вверх футболочка черная, а тут пижама и тапки жены, такие... Кролики? Или овечки, овечки, овечки. Это такая ржака, потому что она сидит на диване рядом, она снимает сториз, говорит, боже, говорит, а я такой, знаешь, внизу... Рагуляку на гляку, понимаешь? Внизу вот это вот. Не, ну потому что пижамные штаны теперь делятся на рабочие и на для отдыха. То есть ты намекаешь, что производители костюмов в Брионе, они потеряют выручки, потому что низ уже никому не нужен будет. Ну можно выпускать пижамы Брионе. Пижамы Брионе это... Да кому нужны эти костюмы Брионе, кроме депутата Верховной Рады, я вас умоляю. Нет, у четких пациков должны быть... Они будут как Тищенко в масс-халатах каких-то ходить. Ребят, у четких пациков должна быть пижама с лампасами, все как какой-нибудь там... Ну, у нас тут еще есть картинки, какие вообще путешествия сейчас возможны в условиях карантина. Вот, кстати, ой, Максим, ты планируешь какие-то? То лейтинг, то лейтинг. А можно как-то так надо поворачиваться? Можно и туда, или сюда. Ереванна. Ереванна, это хорошо. Ереванна. Давайте это, дальше. Кстати, это вот двигаемся дальше. Рио-де-Жанейро. Ну, мой любимый город. Он возле холодильника. Балконга. У меня нет балкона, представляете? Обидно вообще. А я так хотел. У тебя терраса какая-то, да? Ну, а вот Ломбардия. Не, он живет в Ломбардии. Туда можно ходить. Вот туда рейсы есть, в Ломбардию. А ты в Бельгии. А ты в Бельгии? Тоже нету? Не был, не был. Я в Гудвайне. Ах, ты же... ох, зазнайка, ну да, жизнь богатых, она нет, такая. Нет, дело не в этом, нет, только там есть какие-то продукты, которых нет в этой Бельгии. Вот так. Так, откуда вот. Ты знаешь, что ты в этой Бельгии не ходишь? Не, ну раньше ходил когда-то за вот эти акционные товары. У тебя просто у жены виза в этой Бельгии, а у тебя уже в Гудвайне, понятно, да. Он без итальянских пармезаний не может. Без пармезаний и лазаний. Ну, как бы, ладно, окей. Вот. Пускай будет лазанья. Вот, хорошо. Я просто алкоголик, поэтому выбираю. Да, ну вот время камин-аут. Нет, знаешь, я так надо говорить. Здравствуйте, меня зовут Максим, я алкоголик. И мы такие, здравствуйте, Максим. Нет, нет, я, если я пью, то по чуть-чуть стазика. Редко и вино сухое, белое. В праздник. Нет, ну вот у нас есть тоже картинка, что делать во время пандемии. План борьбы с пандемией, прибывшим самоизолироваться, заболевшим самовылечиться, трудящимся самодобраться, голодающим самонаесться, умершим самосожечься и недовольным самозаткнуться. Ну это самозаткнуться рекомендации супруг, наверное, да, вот знаменитые. Все переход на самостоятельность. Последнее, это что-то из Днепра прилетело. Самозаткнуться. Скорее всего, да. Все заткнулись.